нас друзей среди недружественных стран. Они уже свою позицию выразили. Поэтому надо их именно так и называть. Жулики, самые настоящие. Вот зерновой коридор обсуждали, ведь и Организация Объединенных Наций обратились с просьбой, чтобы зерно поступало в беднейшие страны, в первую очередь Африки. Мы вчера были в Турции, обсуждали в том числе этот вопрос с президентом Турции. 3% всего идет в беднейшие страны. 44,7% зерна украинского идет в Евросоюз, в страны богатейшие. Себя кормят, других забывают. Все это рано или поздно закончится плохо для тех, кто не думает о других. Регулярно выезжаем в населенные пункты Херсонской области. Находим контакты, взаимодействие и взаимопонимание с местным населением. Разъясняем им требования действующего российского законодательства в сфере оборота оружия. В настоящее время местные жители, владельцы гражданского оружия, сдают его на ответственное хранение, что является условием того, что они получат его назад, когда это станет возможным. Противник пытается достать, но работаем быстро, эффективно, выдвигаемся на позицию, занимаем, отрабатываем по цели и маневренно уходим в район сосредоточения. Пилоту необходимо быть мужественным, отважным человеком, ну и, конечно же, умным. Но в первую очередь это быстрота принятия решения, оценка ситуации. И также ты должен лететь впереди самолета, а не в самолете. После каждого вылета на боевое задание самолет заправляется топливом, гидрожидкостью. Так, заряжается согласно плановой задаче. Вооружение, и после этого следует на выполнение следующей задачи. Работаем день и ночь, ведем корректировку с беспилотных летательных аппаратов, либо ставим неподвижный заградительный огонь. Противник, как говорится, хитер, но мы хитрее, мы сильнее и мы быстрее и точнее. От быстроты наших действий зависит жизнь наших ребят на передовой. Поразили 2 самоходные артиллерии, 3 семерки и уничтожили 2 КАМАЗа буквально за 10 снарядов.
этапе зенитно-ракетный комплекс снес боевое дежурство, вел круговой обзор воздушного пространства, вел разведку, поиск целей. Преимущественная цель для него здесь — это беспилотный летательный аппарат. Район, получили команду на уничтожение противника. Цель была командный пункт. Засечка была проведена с помощью квадрокоптера. Соответственно, находилось скопление противника, его командный пункт, ориентировочная численность до 10 человек и 2 единицы техники. Ну, а скорректировались 3-й мины, мы положили туда 20 снарядов. Машине это загружены разные изделия. Вот, соответственно, какая задача, такая машина как бы работает. В зависимости от задачи, той ракеты и используем. Ракетный комплекс ТОР выполняет задачи по прикрытию подразделений на марше в составе колонн, также во время ведения боевых действий в развернутых строях. Машина способна забрать на сопровождение даже птиц размером с птицу беспилотник. Самое главное от подчиненных, от обучаемых, это, ну, в первую очередь, соблюдение требований безопасности, пока мы находимся на учебном полигоне. И также внимательность к обучению, чтобы выполнялись все требования. Ну и они должны научиться тому, что их ждет на передовой, и должны уметь управлять танком и использовать его вооружение в полном объеме. Боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества, наркотические средства. Боеприпасы это там. Где еще? На чердаке? Да. Еще есть? Все. Что это такое? Наркотики? Наркотики? Успокоительно. А? Успокоительно. Это твоя? Личных целях, да. Ты, блин. Что это такое? Трава. В личных целях.
данной республике мероприятия специальные проводятся постоянно. Боремся с диверсионно-террористическими группами, выявляем пособников ВСУ, изымаем оружие из незаконного оборота. Россия мощь, победа будет за нами. Нашу пехоту. Вчера отработали достаточно хорошо. По некоторым районам отработали на 5 баллов. Для меня сейчас, в принципе, все интересно, все, ну, все ново, потому что на гражданке я не был никак с этим не связан. И коллектив, с коллективом мне нравится работать. Здесь все взрослые люди знают, для чего они сюда пришли и чем им нужно заниматься. Вчера были поставлены задачи по уничтожению опорных пунктов. Поступили цели, расчеты скоординированно, все очень быстро выполняли. Соответственно, мы выдвинулись на заданную огневую позицию, выбрали точку, нашими огневыми средствами отработали по этим позициям. Соответственно, эти опорные пункты пехоты противника были уничтожены.